Здравствуйте. Расскажу о том, почему я создал второй канал. Написать это... Я пробовал писать, но, в общем, люди или не понимают, или не хотят понять, или не могут постигнуть маразма такой крупной компании, как Google. Дело в том, что у меня на канале... Появился второй страйк на основном канале, поэтому я там не могу загружать видео. Вот. Сколько это продлится, неизвестно. Если хотите смотреть новое видео, подписывайтесь на этот канал, там ставьте колокольчик, в общем, все, что хотите. Или я буду смотреть, ну, я не знаю, как у меня получится, не получится. В общем, все сейчас заготовка урожая всевозможных там. Ну, куча занятого времени. Я попробую заходить с другого канала, добавлять в плейлисты. Но это сложно, в общем. Я попробовал вначале так лайкать там, в общем, смотреть надо, чтобы с того канала заходить. Ну, это как-то не очень удобно, и я посмотрел, что эффективность очень низкая. То есть те зрители, которые подписаны на основном канале, они этого или не смотрят, или, ну, им все равно. То есть кому не все равно, тот пусть смотрит новый канал, а кому все равно, то в принципе это и все равно. Что еще хотел добавить? Значит, была жалоба одного из подписчиков, Олег Бычковский. Он там написал, что я такой-сякой. В общем, у меня есть скрин. Если будет интересно, я потом покажу это на отдельное видео. В общем, что я очень плохой человек, что не дал ему, не даю ему, в общем, комментарии под видео. Ну, как бы, это же мой канал, Арсения Селезнева канал. На меня произошло нападение. Нападение... Второе, официальное. Было еще неофициальное нападение. Мне трудно сказать, что это было на самом деле. Значит, на одном из скрытых видео, по-моему, те, что по ссылке, можно открывать. Там была картинка, такая дама, скажем так, в неглиже. Курит сигару. Ну, то есть я никогда этой картинки в жизни не видел. И вдруг там появилась. Я... Это было где-то в мае. Травень. Значит, я был очень обеспокоен. Ну, как так? Вдруг появилась такая штука. Ну, кому это, во-первых, нужно? Выходит, кому-то нужно было это сделать. Это было первое нападение. Случайно обнаружил, я хотел открывать это видео. Ну, то есть просматривал. И, по-моему, это тоже было на все те же бои петухов. Пришлось поменять эти пароли. Так что... Эта картинка потом исчезла. Снять руками ее невозможно было. Ну, то есть, вручную. Как обычно. Не знаю вообще, что там произошло, как оно все это было. Что-то как-то сегодня устал. Понедельник. 20 августа. Вчера был праздник. Религиозный, и
так скажем, политический. Спас был и политический, сколько-то там лет, путчу в СССР. Так что сегодня тоже, сегодня понедельник, тоже был веселый день у меня. Немножко. Что я хочу еще сказать? Значит, почему я удалил, ну, в общем, за это, не разрешаю, в общем, каналам на том канале, на основном, почему не разрешаю писать некоторым людям. Я спросил, что делать. Вот спрашиваю совета, что делать в данном случае. У меня два страйка. Надо заблокировать всех, кто пишет неадекватно. Я взял и сделал так, все. То есть какие ко мне претензии? Претензии к тому, кто сделал этот страйк. Я же должен как-то обороняться. Вот так вот. Я вообще не понимаю. Не нравится канал, не нравится видео. Ну, возьми и отпишись. Не подписан. Есть там такая кнопочка, типа, не хочу смотреть эти видео. Все, тебе эти видео никогда больше предлагаться не будут. Всех защитников животных, особо ударенных на эту тему, я прошу заняться не моим каналом, а, допустим, там, где выращивают большое количество промышленно этих самых животных. Ну, или цирками бродячими, вот этими всякими. Вообще цирками. Также предлагаю заняться зоопарками. Вот. Там же в клетках содержат животных. Не на воле, не у себя же дома. Все это там довольно-таки сурово. Ну, есть, конечно, люди, которые держат у себя в клетках. Там птичек, всяких зверушек. Это такое дело. А вы займитесь теми, кто может вам дать сдачи, а не частными лицами. Вот на них подавайте в суд. Баньте их видео. Всякое такое. Ну, как сказать. Понравилось мое видео людям. Людям нравится три темы. Три темы. Это выживание. В любом случае это, ну, это, можно сказать, детектив. Вторая тема – это про любовь. И третья тема – как заработать. Вот у меня видео начали зарабатывать. И насчет петухов там многие… Их сюда не видно даже приблизительно. В общем, петухи начали зарабатывать больше, чем куры. Сразу долларами на счет. Сколько зарабатывать? Там разное количество. Все время оно то выше, то ниже. Я точно сказать не могу. Вот сейчас Мурдерсан воет где-то там. Поэтому пока петухи жить будут. Если с каналом все будет нормально, то с первым каналом пройдет это, полоса страйков, то я постараюсь еще улучшить условия петухам. Есть у меня некоторые задумки, но для этого мне нужны средства. Средства у меня получаются только с канала. То есть все замкнуто на канале.
Вот. Что еще? Маленькие цыплята. Маленьких цыплят пока выпускать не буду. Для этого нужна хорошая защита. Опять же, нужны средства. Средств у меня нет. К существованию я живу только за счет канала. Так что, ну, я не знаю, какой смысл ставить страйк этому видео. Но первому, допустим, ну ладно, первому поставил кто-то там такой страйк. На второму поставили страйк, скорее всего, как это, бороться, в общем, начали против меня. Поставили страйк такому видео, ну, петух бегает и разгоняет всех других петухов. То есть это обычная ситуация. Таких видео, я бы сказал, тысячи на YouTube. Вот, допустим, я сегодня смотрел фильм про жирафов. Не, вчера, да. Вчера про жирафов. Ну, когда кушаю, включаю там что-нибудь, оно там себе играет. Такое. Или чем-то занимаюсь в доме, включаю видео, оно там все что-то там рассказывает. И вот львы нападали на жирафа. Сцена агрессии, море крови. И ничего. И ничего, понимаете? Ну, то есть, как это сказать? К страйкам подходят избирательно. Здесь нет, полиция избивает демонстрантов. Нет такого. Обычное взаимодействие животных. Тем более, что это, ну, не просто драка там какая-то между животными, а это образование. То есть в популярной форме рассказывая о том, как содержать животных, как они между собой взаимодействуют, как я с ними хочу взаимодействовать. То есть такой вот канал. Это научно-популярная техника. Дело в том, что психологию кур никто не изучает. Я пересмотрел все видео, какие только возможно. Изучают только выращивание, забой. Кстати, есть видео, которое я смотрел, как забивают кур, петухов. Их или просто перерезают горло, они потом трепещут еще там какое-то время. Был даже петух Джон, кажется, или как-то так, ну, такое название у него, какое-то имя человеческое было. Вот, он еще прожил с отрубленной головой еще 8 месяцев. Не знаю, чего он там умер. Может, его забыли просто покормить. В общем, кормили ему прямо в горло, насыпали, он еще там ходил, такой вот. Пытался есть этой самой головой. Ну, там у него, конечно, курам мозги, в принципе, особо не нужны. Вот. Ну, то есть, это принималось обществом, было как нормальное. Принимается обществом также то, что происходит на птицефермах. Я не знаю, на всех или нет. Ну, вот показывали видео, где пытались типа утопить, а они не утопали, и, в общем, там им перерезали горло, они еще живые, дергаются, там прыгают, кровь во все стороны льется, ну, то есть такое. То есть это смотреть можно, да? А так как психология, где чей участок, где происходит, где именно граница проходит, ну, вот, среди петухов, почему они бьются, когда они бьются, когда они не бьются. Ведь если два петуха не хочет биться,
Их и заставить-то невозможно. Это не люди. Людям что, заплатили деньги и сказали, вот ты проиграешь там, допустим, ляжешь во втором раунде и получишь такую-то сумму. Или в третьем раунде. Или в первом. А тут ты ему никак не расскажешь. Петухам нельзя рассказать, что вот ты упадешь там в таком-то раунде и все. Нет, они все это делают по-настоящему. То есть у них какие-то есть инстинкты, какие-то есть... расчеты на это дело, когда он побеждает, когда он сдается, то есть все к этому, это все проходит как-то необычно, не так, как у других животных. Вот что я хотел об этом рассказать. Мой канал образования, я так и пишу под всеми видео. Если кому не нравится образование, идите в другие каналы. Как-то сказать, ну не нравится, ну и до свидания. Чего вы другим это запрещаете смотреть тысячам людей, которые, ну можно сказать, миллионам людей, которые смотрят мой канал, чего им должны запрещать то, что они смотрят. Какого вы имеете на это право? Просто потому, что у вас больше прав? Ну, это такое дело. Не знаю дальше, что говорить. В общем, все как-то непонятно. То есть нет какого-то конкретного именно почему именно мой канал страдает. Ну вот почему, да? Непонятно. Чему должны страдать мои зрители? Значит, есть каналы, которые вообще там бредятину всякую показывают, и ну в принципе это нормально, да, а у меня вот видите ли нельзя такое смотреть. Ну в общем, такие дела. Так что я буду продолжать. Не один я такой был, были еще. Например, комары грызут, так что камера дергается не просто так. Например, канал политический. Иногда посматриваю, есть такой грешок. Острый угол. Он как-то написал на своем втором канале, что он открыл канал, когда этот заблокировали, основной канал, менее острый угол. Ну и там тоже пошли просмотры. Вообще политика сейчас много просмотров собирает. Любая политика. Так что, ну, вот людям нравится ж выживание. Вот вам еще такое вот выживание. Да. Также есть самый сок канал. Самый сок 2 есть канал. Так что вот я смотрю, он сейчас второй канал работает. Ну, то есть это обычное дело. И еще таких уговорящих блогеров, которые ну, просто ничего не делают, просто болтают. У меня с этим, конечно, ну, я могу болтать, но я бы хотел что-то показывать или рассказывать о чем-то конкретном. Поэтому мне с этим посложнее. Ага, нормально видно. Вот, у многих каналов есть вторые запасные. Вот, допустим, даже у Альфа Центавра есть запасной канал на всякий случай. Альфа Центавра, Проксима Центавра
и еще какой-то там Центавра, я уже не помню. Это один из астрономических каналов, который рассказывает об астрономии, о полетах в космос. У них в основном полеты в космос. В ближний и средний, ну, дальних сейчас нет, так что, в принципе, вот так вот. Тоже есть запасные каналы. То есть у многих каналов, таких вот, более-менее, они таким вот образом защищаются. Ну, в общем, не один я такой. Так что подписывайтесь на мои каналы, смотрите обновления. А, еще хотел добавить. Сначала не хотел говорить, но, в общем, ладно. После... В общем, те видео, которые, на которые у меня страйк, на одно из... Да, вообще, в основном вот эти видео, где петухи бьются, их после того, как страйк первый прилепили, не сразу, но вот как-то постепенно начали больше смотреть. И где-то со 2 июля стали смотреть еще больше. Не буду говорить цифры. Может быть, зайдете в Social Blade, посмотрите, как там что. Ну, как-то так, в общем. И после 2 страйка стали смотреть еще больше. Знаете, вот, чтобы я выбрал 2-й страйк, и чтобы смотрели еще больше, или чтобы... не было вообще страйков. Я бы выбрал, чтобы не было вообще страйков. Неизвестно, кто кому сделал хуже. Ну, то есть, просмотры выросли существенно. Несмотря на то, что был такой у меня месяц июнь и июль, которые всегда падали, всегда шли под откос. В общем, там, ну, снижалось... очень сильно просмотры. И где-то до